Всем привет, мои дорогие! Пришла мне очередная посылка. Это уже 13-я посылка от интернет-магазина BBCraft. Очень интересно, что же там внутри, поэтому давайте вместе с вами ее распечатаем. Как всегда, очень тщательно упакована в пузырчатую пленку. Вот первая позиция. И теперь все остальные. Вторая, третья и четвертая. Вот, шла посылочка мне около 3 недель. BBCraft — это международный интернет-магазин, поэтому вы можете заказать посылку из любой страны. И, кстати, сейчас у них действует акция при покупке от $25 бесплатная доставка. Поэтому это очень удобно, покупайте материалы и вам бесплатно их присылают. Я этим моментом, конечно же, пользуюсь, и как вы поняли, что я уже заказываю аж 13-ю посылку. Материалы мне очень нравятся, и поэтому я заказываю их так много. Ссылочка на магазин и на все эти материалы будет внизу под видео в описании. Обязательно кликайте и переходите на сайт. Давайте начнем, наверное, с вот этой первой позиции. Она очень большая, и я ее заказываю первый раз, поэтому мне очень интересно, что же там внутри. Огромная такая упаковка. Вау, и внутри вот такой крутой бокс. Посмотрите, сколько же здесь бусинок. Кстати, мне нравится этот интернет-магазин из-за того, что там очень многие позиции идут в вот таких вот боксах. Очень удобно хранить потом все ваши товары для рукоделия. Давайте распечатаем и посмотрим, сколько же здесь нитей. Вау, видите? Целая-целая куча жемчужных бусин. Видите, ткань у меня белого цвета, а бусинки такого цвета типа айвори. Такой немножко молочнее, чем белый цвет. Это у нас две нити. Это бусинки у нас 6 мм. Затем у нас две нити. Бусинки диаметром 4 миллиметра. Давайте вот так вот по возрастанию, да, расположим. Затем у нас две нити бусинок 8 миллиметров. И еще две нити бусинок диаметром 10 миллиметров. Как вы поняли, у нас 8 нитей и огромное количество бусинок. Стоимость, кстати, такого набора 10,99, то есть $11. И посмотрите, сколько, какое количество огромное вам приходит бусинок. Бусинок диаметром 4 миллиметра. Здесь их 216 штук. А бусинок диаметром 6 миллиметров 140 штук, и бусинок диаметром 8 миллиметров 110 штук, а бусинок диаметром 10 миллиметров 85 штук. Девочки, и это количество только одной ниточки, то есть, а здесь их по две нити, поэтому вот это количество, которое я назвала бусин, умножайте на 2. Ну, по-моему, очень выгодно покупать за $11 вот такое количество огромное бусин, тем более качество очень классное, мне понравилось, очень хорошие качественные бусинки. Есть, конечно, какой-то брак, без брака, конечно же, не обойтись, но здесь даже немножко больше в нитях
бусинок, поэтому, ну, вот то количество, которое я назвала, обязательно будет. Вот, есть некоторые бусинки неправильной формы, но я думаю, от такого количества это совсем-совсем незначительный процент. Вторая позиция – это набор вот такой серебряной фурнитуры. Панда Холл Элит – одна из нескольких фирм, которые выставляют на продажу свои товары на площадке BB Craft. Как всегда, у нас хорошо запакованы боксы, они приклеены скотчем, потому что при транспортировке бывают боксы открываются и могут высыпаться ваши товары для рукоделия, поэтому, ну, они вот таким образом их фиксируют. Вот, посмотрите, что же у нас здесь внутри находится. Я подобный бокс уже заказывала, но там более много вот такой фурнитуры всякой. Но в этом боксе, как вы видите, много вот таких вот колпачков. Я такие колпачки использую для жгутов, поэтому, но как бы мне хотелось их заказать. Поэтому, ну, в общем, я их, собственно, и заказала. Как вы видите, позиции упакованы еще в дополнительные zip-пакетики. Вот, но и сейчас я вам раскрою, чтобы вам было более видно. Вот, есть, смотрите, разных размеров эти колпачки, и совсем маленькие, и побольше, и совсем большие. Но это очень прикольно, потому что к любому жгуту вы сможете подобрать колпачок. Их всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 видов, то есть 7 размеров. Сейчас выстрою их в ряд и попробую их померить. Ну, вот этот где-то около 4 миллиметров, самый маленький. Сейчас следующий померяем около 5 миллиметров. Затем следующий 6-7 миллиметров, где-то вот так вот. Но это, видите, я по наружному диаметру меряю. Вот это точно 7, а тут, наверное, 6. Внутри, возможно, на миллиметр отличается. Этот 8. Этот 9. И последний 10. Вот такие, в общем, колпачки. Каждой позиции здесь по 10 штук. Также у нас есть замочек карабин, немножко поменьше, немножко побольше. Цепочка, соединительные кольца 3 размеров. Вот такие концевички для цепочки, я их люблю использовать. И вот такое колечко, которое помогает вам разжимать и потом зажимать вот эти соединительные кольца. Тоже очень удобно им пользоваться. И, как вы заметили, также такой боксик абсолютно бесплатно, в котором мы будем хранить всю эту фурнитуру. Стоимость такого набора 11 долларов 89 центов. Следующая позиция, третья. Также все хорошо зафиксировано скотчем. И теперь открываем нашу коробочку. Вау, посмотрите, какая красота. Это набор ронделей 18 цветов, 6 на 4 миллиметра. Стоимость такого бокса 15 долларов 89 центов. Очень красивые, яркие, насыщенные цвета. Все бусинки граненые, стеклянные, австрийский хрусталь. Очень красиво переливается на свету. Также у них есть такое дополнительное покрытие, которое придает им такой еще дополнительный блеск.
Вот, посмотрите, как они классно переливаются. Украшения с такими бусинками обязательно привлекут внимание, потому что они очень яркие и сверкают. Поэтому очень многие обращают на такие украшения внимание. Следующая, четвертая позиция. Это снова набор. Вот, набор вот таких классных черных бусин. И снова мы снимаем защитный скотч. Открываем наш бокс. Посмотрите, какие красивые и гладкие бусинки. Очень красивые, тяжелые, холодные. То есть довольно-таки качественная. Посмотрите, бусинка один в один. То есть, если кому-то очень важно, чтобы бусинки были хорошего качества, вот, то вы нашли тот бокс, который следует заказать. Здесь бусинки разных размеров. 4, 4 мм, 6 мм, 8 мм. И 10 миллиметров. Всего здесь бусинок в этом боксе 316 штук стоимостью 11 долларов и 4 цента. Скоро выйдет, кстати, 3 мастер-класса, где я буду использовать все эти материалы. Поэтому обязательно не пропустите эти выпуски. Если вам понравились эти бусинки или понравился мой видеообзор, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много разных интересных распаковок и мастер-классов, видеоуроков по бисероплетению и изделиям из бусин. Я желаю вам удачи. Если вам понравились эти материалы, ссылочки внизу под видео в описании. Вы проходите на сайт BibiCraft и покупайте себе товары из любой страны мира. Как это делать, я даже снимала отдельное видео. Ссылочка также будет под видео в описании. Все, я вас люблю, целую. До новых мастер-классов. Пока-пока-пока!